За чашкой чая они говорили о балетном будущем Кубани и о воспитании новых молодых талантов. Вениамин Кондратьев рассказал народному артисту, что буквально на днях Всероссийский детский центр в Сочи принял первую группу воспитанников. Это одаренные дети со всей страны – спортсмены, физики, математики и музыканты. Есть среди них и начинающие танцоры, добавил Кондратьев. Олимпийский Сочи – это великое настоящее России. А вот таланты и успех – это не менее великое завтра России. И, видимо, участь Сочи и в данном случае вот этого Олимпийского парка быть тем стержнем, на котором будет жить вся завтрашняя гордость и мощь страны. Вот это духовное нравственное начало, определяющее в целом развитие как региона, так и страны. И очень важно, чтобы оно изначально закладывалось в нашей молодежи и в наших детях. А вы сегодня тот, кто своим творчеством еще раз подтверждаете талантливость нашего народа, нашей культуры, традиций. После Олимпиады, после такого комплекса остаться как-то без арт, а все занято, все занимаются, все. Жизнь продолжается, как говорится, вот так, не только кончилась на Олимпиаде. Мне кажется, что это здорово. Да, ну и, конечно, талантливые ребята там, наверное, сейчас талантливых много, надо их как-то только поймать. Добавлю, что на сцене Краснодарского музыкального театра поставлены все балетные спектакли Юрия Григоровича, а в его краевой труппе более 100 человек. Коллектив с успехом гастролирует по всей России, а также пользуется успехом у зрителей Европы и Америки.